Один из первых вопросов это будет про аналог, что у нас есть на рынке, профиля Рехаугинео. Вячеслав, расскажите, как у нас происходит процесс упаковки стеклопакета именно с аргоном? То есть, как аргон попадает внутрь пакета? Это толщина дистанционной рамки. Вот какая вообще формула в двухкамерном стеклопакете, она лучше? Продавцы окон говорят, что трехкамерный стеклопакет мы берем без напыления, обыкновенный. Ну, большинство в России продают простые трехкамерные стеклопакеты. Трех. Я про трехкамерные. Они говорят теплее. Какие есть стекла с магнетронным напылением? Там энергоэффективный, там от солнца, там или еще чего-то. Их же много разновидностей. Вопрос про красивые окна. Потому что есть такое понятие линзовка. Люди заказывают хорошие, там, большие стеклопакеты, но у них все вот это играет. И дом выглядит отвратительно. Есть европейская система расчет стеклопакетов по теплосопротивлению. И там это часто применяют формулу. Там единицу делят на УГ, да, там пятерку, да, да, и получается, да, да, такое. Вот расскажи. Все, я понял. Значит, так, Олег спрашивает про безрамное остекление. Если я правильно понимаю, это такая система, когда, допустим, мы, как в технологии домах Fachwerk, берем стеклопакет и прямо вклеиваем его между деревянными стойками. Всем привет! Вы находитесь на канале iHouse Термоплюс, с вами Олег Кузьмичев. И у нас сегодня в гостях директор по маркетингу компании Декёнинг Вячеслав Ганцев. Так точно. Для начала Вячеслав Ганцев расскажет немножко о себе. Ну, получилось так, что я приехал экспромтом на стройку и сразу попал на это интервью экспромтом. Вот, поэтому буду краток. В данный момент я работаю директором по маркетингу компании Декёнинг, которая производит профиль. Вот, но 14 лет до этого я провел в стекле, работая в компании Guardian и работая в компании Pilkington. Поэтому про стекло, в принципе, тоже знаю довольно много всего интересного. И мы сегодня постараемся в этом блиц-опросе, насколько я понимаю, Олег приготовил каверзные вопросы, которые пришли от его подписчиков на канале, мы постараемся их в большей или в меньшей степени раскрыть, в зависимости от того, насколько каверзный вопрос и насколько позволяют нам временные рамки. Поэтому то, что сможем, постараемся говорить все абсолютно правильно и по делу, и кратко. Ну, один из первых вопросов, это будет про аналог, что у нас есть на рынке, профиля Рехаугинео. Ой. Работает. Работает. Аналог профиля Рехаугинео. Ну, надо понимать, что Рехаугинео – это не единственный профиль на рынке. И в данном случае мы говорим о системе, которая имеет очень высокое сопротивление теплопередачи, надо отдать должное, в районе единицы, а то и выше, если без металлического армирования. Вот. Если быть кратким, то в арсенале компании Декёнинг есть две системы. Одна из них производится здесь, другая из них привозится из Германии и Бельгии. Вот. Та, которая производится здесь, называется Декёнинг Forte. Та, которая завозится из-за границы, она называется Элегант. Вот. Отличие их заключается в том, что система Элеганта, она с виду очень похожа на алюминий. У них такие же высокие характеристики. Чем хорош Гинео? Если конструкция небольшого размера, то там, в принципе, ее можно даже не армировать. Небольшой размер – это примерно до 2 метров. Дальше, если мы начинаем с вами разговаривать про конструкции каких-то приличных площадей, то там начинают действовать те же правила и по вклеиванию, и по армированию. Вот. Так что вкратце вот так. И вот еще. Сейчас мода пошла, Вячеслав, на безрамное остекленение. Вот что ты можешь рассказать, это плюсы, минусы, недостатки этого? Так, Олег спрашивает про безрамное остекление. Если я правильно понимаю, это такая система, когда, допустим, мы, как в технологии домах Fachwerk, берем стеклопакет и прямо вклеиваем его между деревянными стойками.
С точки зрения того, что не будет видно профиля, много стекла и все остальное, это здорово. Я сильно подозреваю, что в России нормативной документации на эту тему нет вообще, это нужно идти к импортным источникам. И я думаю, что мы этот вопрос вынесем отдельно на, при обсуждении в YouTube, вот, где я постараюсь просто уже раскрыть с применением опыта иностранных специалистов. Вот, а на данный момент могу сказать, что там будут критично важны три вещи. Первое, надо понимать, что силиконовый герметик, на который будет идти вклейка, он должен быть совместим с тем герметиком, с вторичным герметиком, которым герметизировался пакет. Иначе у вас будет реакция, и можно нарваться на всякие неприятные эффекты. Это первое. Второе, поскольку если этот герметик будет открыт солнечному свету, то нужно думать о том, что он должен быть исключительно устойчив к ультрафиолету, поскольку ультрафиолет – это такая вещь, которая может разрушить очень многое на самом деле с течением времени. И третье, нужно понимать, что будут обязательно температурные расширения, и у вас будет и пакет играть, и будут эти стойки играть, и толщина вот этого шва должна быть такой, чтобы она все эти температурные расширения могла компенсировать. Поэтому вот эти вопросы вам придется, с этим вопросом вам как минимум придется обратиться к специалисту, чтобы подобрать правильные параметры. Четвертый важный момент. Не дай бог туда где-нибудь попадет вода. Я имею в виду, вот когда вы его приклеите к раме, то при попадании воды приведет к катастрофе. То есть там может быть все что угодно, заменить такой пакет будет крайне дорого. Ну и, конечно, нужно думать о таких мелочах, в кавычках, как о том, что вам надо будет это как-то мыть, если конструкция достаточно большая, и как вы будете до верха доставать, если открыть нечего, и как это дело будет вентилироваться. Вот такой минимум. Вот еще один вопрос был от моего подписчика. Два стеклопакета и бесцветный герметиком склеивают. Ага. Страшно любят эту тему, когда делают рестораны, например, я сам такой проект вел прямо в центре Тбилиси, очень классный ресторан стоит. Что это такое? Нужно понимать, что это просто два стекла или два пакета, которые держатся сверху и снизу, то есть это не по четырем сторонам фиксация, а только по двум. То есть статика пакета будет другой, и надо понимать, что он должен быть довольно жестким. И между ними заливается прозрачным силиконовым герметиком. Все те же вопросы, что и при вклеивании рамы. Не дай бог попадет вода, обязательно совместимость герметика, которым герметизировался пакет, и тем, на который вы его вклеивали. И нужно понимать, что пакеты будут друг относительно друга немножко гулять. То есть все эти вещи нужно подобрать правильный зазор. То есть не делать его слишком маленьким и не делать слишком большим. Вот, ну, соответственно, вот такие моменты. Вячеслав, вот еще есть европейская система расчета стеклопакетов по теплосопротивлению. И там это часто применяют формулу. Там единицу делят на ОГ, да, там пятерку, да, да, и получается, да, да, такой. Вот расскажи. Все, я понял. Значит, ситуация тут очень простая. Во-первых, надо понимать, что мы в России и они в Европе, мы используем ровно обратные величины. То есть в любом нормальном конфигураторе вы увидите, что там будет не сопротивление теплопередачи, а там будет коэффициент теплопередачи. То есть, грубо говоря, чем он меньше, тем нам лучше. Тепла больше в доме больше останется. Вот. Но нужно понимать еще следующую вещь. Если, допустим, ты изучал физику и математику и что-то еще помнишь про размерность, то очень сильный соблазн есть взять и написать R равняется единице поделить на U. Потому что если вы посмотрите, вот это UG, а буковка G означает глаз, стекло, то там написано ватты поделить на метр квадратный на градус там, Кельвина или Цельсия. А у нас ровно наоборот. И хочется взять единицу поделить на U и думаешь, что получился правильный коэффициент. А нет. Почему? Да потому что в стеклопакете есть одна очень неприятная вещь, называется конвекция. То есть тепло из пакета теряется не только через инфракрасное излучение, но и существует перенос тепла от внутренней панели, которая, как правило, теплее зимой, чем наружная, к наружной, которая холоднее. И внутри пакета все время есть круговое движение воздуха. То есть вдоль теплого нагретого стекла воздух поднимается, вдоль холодного опускается. И крутится воздух и уносит наше драгоценное тепло. Так вот, в Европе принято считать, что зимой у них снаружи плюс 5, а здесь внутри плюс 20. И, соответственно, они считают все параметры, исходя из этого перепада температур. А вот, например, если возьмите московский регион, то у нас снаружи считается, что будет минус 25, а внутри плюс 20. А теперь подумайте, насколько разной будет конвекция. У нас она будет гораздо-гораздо быстрее. То есть это движение воздуха будет сильнее, и тепла будет уходить больше. Именно поэтому, когда вы возьмете какой-нибудь классный сказочный коэффициент УГ 0,6 или 0,7, единицу поделите на этот коэффициент и посмотрите, что у вас получается ну шикарное там под двойку сопротивление теплопередачи. Потом вы все это дело несете в НИИ астрофизики, и они вам говорят там 1,2 коэффициент. Вы говорите, как, почему?
Потому что конвекция мешает, потому что физика, от физики никуда не уйдешь. Но у нас же еще есть газ-аргон, который конвекцию эту замедляет. Да. И мифов очень много, и вообще в интернете очень много информации, что газ-аргон уходит буквально там через 5 лет. Не ставьте эти окна. Да, из плохо сделанного пакета, да, сразу говорю. Значит, что такое, теперь давайте рассмотрим, что такое хорошо сделанный пакет. Хорошо сделанный пакет – это по умолчанию конструкция герметичная. То есть, вот когда его собрали, загерметизировали, все, он в таком состоянии остался. И внутренний воздух, он не сообщается с внешним. Дальше, каким образом аргон может убегать? Он может убегать только путем диффузии через герметики, то есть, вот этим просачиванием аргона изнутри. Но при этом, заметьте, снаружи-то тоже что-то должно заходить. Заходит оттуда, извините меня, влажный воздух. То есть, потому что за бортом у нас воздух никто не осушает. То есть, если идет дождик, то там влажность 90%. Дальше логика следующая. Если нам говорят, что ага, аргон из пакета утечет за один год, то это означает, что за 10 лет у нас 10 раз должен поменяться объем атмосферы внутри пакета. Это приведет к тому, что у нас силикагель, который насыпан в пакете и который поглощает влагу, этой влаги самой накушается, и стеклопакет начнет выдавать конденсат изнутри. Господа, если у вас стеклопакет начал конденсировать изнутри, это означает, что его можно снимать и нести на мусорку, потому что он не соответствует ГОСТу. А до тех пор, пока в пакете не появился конденсат, он герметичен. Именно по этой причине вот это утверждение о том, что аргон оттуда очень быстро уходит, оно голословно, он уходит очень-очень медленно. Примерно сколько процентов в год? Итальянский институт стекла занимался этими исследованиями. Они в 2006 году на конференции в городе Тампере в Финляндии представили исследование. Из нормально сделанного пакета аргон уходит со скоростью 1-3% в год. И если вы посмотрите, насколько падает сопротивление теплопередачи, то даже когда там аргон остается 50%, он работает замечательно, и сопротивление теплопередачи намного выше, чем с воздухом. Поэтому можно спать спокойно, аргон работает. Вот еще есть у нас это газ криптон. Вообще он применяется в России? Есть. Он есть в таблице Менделеева. Вот. Он, наверное, есть в каких-то очень дорогих производствах, но массово в производстве стеклопакетов его сейчас не применяют, потому что на промышленную основу это точно совершенно не поставлено. То есть в Европе это можно встретить, да, но в данный момент у нас еще компании только занимаются проработкой этого вопроса. Поэтому, когда у вас появятся пакеты с заполнением криптоном, позвоните и скажите, кто это начал делать. Вячеслав, расскажите, как у нас происходит процесс упаковки стеклопакета именно с аргоном? То есть, как аргон попадает внутрь пакета? Да. Значит, он может попадать двумя методами. Ну, первое, вам нужно этот аргон где-то взять в баллонах, да? Второе, у вас может быть два способа изготовления стеклопакета. Первый способ, самый лучший, самый правильный, это когда вы покупаете аргоновый пресс, так называемый. То есть, в процессе сборки стеклопакета, когда у вас помылось стекло, заехало внутрь линии, а точнее говоря, наклеили рамку, оно заехало внутрь пресса, потом помылось, второе стекло заехало. Вот в самом прессе, внутри, в момент, когда его начинают запечатывать, происходит выброс аргонового облака. Вот это самое лучшее, потому что у вас минимум дырок, скажем так. Особенно, если это собирается на гнутой рамке стеклопакет. Второй способ, это когда вы берете, вставляете два клапана с углов, вот, и начинаете заполнение на отдельной уже установке. Как правило, у вас аргон тяжелее воздуха, и у вас начинается закачка снизу, в нижний клапан. Вот, аргон поднимается, и когда он доходит до верхнего клапана, там звенит датчик, что все, пакет полный. В этот момент его затыкают, вот, и, собственно говоря, вот эти два способа. Либо через два клапана, либо в момент сборки пакета прямо в аргоновом облаке. Вот этот способ лучше. Ну вот я вот еще видел это даже в YouTube, там какие-то небеля ставят, и люди с баллоном наполняют их. Ну, если очень гаражно, то, наверное, да, но вообще это менее гаражно выглядит. Да? Ну, гаражная закачка аргона, как она? Ну, гаражная она есть гаражная, что тут говорить. То есть работать будет, но... Работать будет, но не очень долго, да. Но вопрос герметизации пакета и насколько хорошие используются клапаны вот эти аргоны. Бытует мнение, продавцы окон говорят, что трехкамерный стеклопакет мы берем без напыления, обыкновенный. Ну, большинство в России продают про простые трехкамерные стеклопакеты. Двухкамерные. Трех. Я про трехкамерные. Они говорят теплее. Ага. Вот на самом деле теплее эти окна или нет? Потому что у них все-таки эта ширина дистанционной рамки-то она меньше получается. Ну, смотря как сравнивать, но если мы будем сравнивать двухкамерный без ничего и трехкамерный без ничего, то да, он немного теплее, там сопротивление теплопередачи поднимается, если рамки будут подобраны правильно. Но надо понимать, что в двухкамерном пакете при использовании стекол с напылениями сопротивление теплопередачи сразу становится лучше, чем в трехкамерном без ничего.
Поэтому эффективность этой конструкции, она весьма сомнительная. Подумайте про вес, подумайте про то, что особенно при больших размерах окна, там придет, пакет будет очень тяжелый, и качественно собрать так, чтобы у вас все рамки не разъезжались и пакет выглядел прилично, будет очень-очень сложно. Поэтому двухкамерный пакет с двумя напылениями, он перекрывает трехкамерный по характеристикам просто сразу и очень сильно. Поэтому это малоэффективно. Ну, опять же, задам вопрос. А вообще, у нас много оконных компаний, которые вообще грамотно продают это окна, оконные все системы. Или это всеместная большая безграмотность? Ну, буду аккуратен с нашими слушателями. Могу сказать, что профессионализм среднего продавца, конечно, очень часто оставляет желать лучшего. И под давлением очень разных обстоятельств, под давлением того, что потребитель не хочет разбираться, там нет времени, там он не задумывается о том, что он ставит конструкцию надолго, то, конечно, стимулов растить этот профессионализм вроде бы кажется не так и много. Но, с другой стороны, если у человека спросить, стеклит ли он частный дом, и вот там можно столько интересного всего узнать и столько интересного рассказать, что потенциал продаж вот в этом сегменте не исчерпан еще даже наполовину, совершенно точно. Поэтому есть чему учиться, и есть о чем рассказывать, и есть фишки, которые потребитель точно совершенно прочувствует на своей шкуре. И надо просто самим это все дело изучить, в это дело поверить и узнать, что будет именно так. Поэтому учить матчасть бывает очень полезно. В интернете мнений всяких – это толщина дистанционной рамки. Вот какая вообще формула в двухкамерном стеклопакете, она лучше? С напылением или без? Первое – с напылением, второй вариант – без напыления. Окей. Ну, смотрите, что с напылением, что без напылений, картина будет следующая. Когда вы в стеклопакете начнете менять рамки и увеличивать его толщину, то вы обнаружите следующее, что у вас сначала сопротивление теплопередачи растет, то есть если возьмете, например, пакет 32, сделанный из четверок, и начнете понемногу увеличивать рамки, то вы увидите, что сначала пакет становится теплее, у него сопротивление теплопередачи растет. Но начиная примерно там с того момента, когда рамки станут 14 и больше, вы вдруг увидите, что наращивание толщины рамок не несет ничего хорошего для сопротивления теплопередач. Оно начинает плыть вниз. И причина этому как раз в предыдущем видео, когда мы разговаривали про конвекцию. Потому что широкие рамки, они начинают способствовать тому, что внутри пакета начинает гулять конвекция. Поэтому не существует такого понятия, как максимально теплая, максимально широкая рамка, а существует понятие рамка оптимальной ширины. Ее нужно считать в зависимости от того, есть напыление в пакете или нет, и есть ли у вас заполнение аргоном или нет. Но вообще, если так вот примерно ориентир дать, как правило, больше 14 рамку наращивать обычно не нужно, если только у вас нет других причин, например, большой размер пакета, и вы понимаете, что у вас рамка может, ну, стекла могут довольно сильно прогибаться. И в этом случае рамку имеет смысл сделать и больше. Это делается в специальной программе, вот, это расчет несложный. Так делается. Но, как правило, если говорить из четверок, то 40-й пакет, он оптимальный. Дальше уже вы не будете чувствовать ощутимых прелестей. Вячеслав, а тебе ты расскажи, какие есть стекла с магнетронным напылением, там энергоэффективные, там от солнца, там или еще чего-то. Их же много разновидностей. Да, сейчас уже есть у потребителя очень большой выбор. Но, в принципе, делятся они на две большие группы. Первая группа – это просто теплосберегающие стекла. Их задача удерживать тепло внутри помещения. Они ни в коем случае не являются солнцезащитными. И, грубо говоря, если у вас такая конструкция попадет под прямое солнечное излучение, то у вас стекло будет все впускать и ничего не выпускать. В помещении станет жарко. Именно по этой причине появилась вторая большая группа стекол, называются мультифункциональные. Эти стекла работают точно так же, как энергосберегающие, теплосберегающие, но у них напыление предназначено для более универсального использования, и эти стекла еще защищают от солнечного тепла, от солнечного излучения, которое проникает снаружи в помещение и нагревает его. Поэтому выбор этих стекол сейчас на рынке очень большой. Сейчас все четыре производителя, которые у нас есть на рынке, они все делают эти стекла. И выбор на самом деле очень большой. Единственное, за чем вам нужно следить, это за светопропусканием, потому что бывает много стекол, которые для того, чтобы получить очень хорошую солнцезащиту, в них светопропускание снижено. И вот эту разницу вы можете увидеть, если поставите рядом окно из обычного стекла. Поэтому с этой цифрой надо быть аккуратным и всегда смотреть, какое светопропускание у этих мультифункциональных стекол. Вот если прям в общем, то вот так. Ну, если у нас это
все окна развернуты в северную часть, ну, на север смотрят. Если все на север не попадает под прямое солнечное излучение, и человек хочет максимальной прозрачности, то теплосберегающее стекло, Low-E, это ваш выбор. Два. И снаружи, и внутри. Вячеслав, а теперь вопрос про красивые окна, потому что есть такое понятие линзовка. Люди заказывают хорошие, да, большие стеклопакеты, но у них все вот это играет, и дом выглядит отвратительно. Против этого лекарства только одно. Считайте и просите стекольную компанию сделать статический расчет стеклопакета. Что это такое? Вы говорите, какого у вас размера пакет, какие предполагаемые толщины стекол вы туда хотите поставить, как крепится этот стеклопакет, по четырем сторонам или по двум и так далее. Вот. И вам компания выдаст красивый расчет, в котором будут написаны, много цифр там будет, но будет три основных, которые говорят о том, насколько стекло отойдет от идеальной вертикали. И вот здесь нужно следить, потому что в ГОСТе написано четко совершенно, что рекомендуется, чтобы стекло, чтобы прогиб стекла внешнего в стеклопакете, вот за этим стеклом нужно особенно следить, не превышал 1/250 короткой стороны. То есть, если у вас короткая сторона стеклопакета метр, значит 4 мм максимальный прогиб. И он должен не превышать половину ширины рамки. Вот. Дальше следует одна не очень хорошая фраза, что допускается другой прогиб по согласованию с заказчиком. О чем это говорит? Если заказчик согласен, что пакет выглядел ужасно, он в принципе будет стоять и не лопнуть, не лопнет во многих случаях. Но всегда можно посчитать и всегда нужно считать и смотреть, насколько стекло внешне прогнется. Итак, дорогие подписчики, мы с Вячеславом Ганцевым встречаемся не последний раз. Пишите комментарии под этим видео, задавайте вопросы. И на эти вопросы в следующих наших обзорах Вячеслав ответит вам. И чем каверзнее будут вопросы, тем лучше. И лучшие вопросы мы возьмем для того, чтобы разобрать на своих обучающих вебинарах и семинарах. Так что ждем ваших комментариев. Всем пока, до новых встреч.